Приветствую всех на канале, всем добрый вечер. Сегодня я продолжаю играть также с одним СП. Hi. Привет. Колян, ты еще играешь в КВ? Да. Молодец. Здорово, Санька. Здорово, здорово. Так, единственное, что вполне возможно во время игры с разведчика перекачаясь, может под снайпера. Посмотрим. Может и оружейником. Чего у тебя нового? Чё? Ну как бы я разведчик сейчас. Ну нифига, уже не разрушил. Ну да. Отгадай, сколько СП у меня качественно. Не знаю, 243. У тебя еще 242 попытки. Йог, привет. Я не угадал? Нет, не угадал. Одну СП вкачал. А, в смысле? В смысле, в прямом. Буду играть... Выйдет только одной? Нет, буду играть со вкачанным одним СП. Так ты ж когда вообще солил? Ну и ладно, че. А ребята, я захожу в аркаду на 3П. Московская. Если че, присоединяйтесь. А? Понял, хоть кто я? Да понял, че, подшинь. Какой сервер? 3П заканчивается. О, блин, быстро там. Там одно место было только свободное, а я сейчас другое займу какое-нибудь. Может новое? А что там, Саня, в КВ? Чё в КВ? Пропадаешь, не слышно тебя. Что нового в КВ там? В КВ пока ничего нового нет. Вообще обновление не завезли? Чего завезли? Обновление вообще не завезли. Блин, я не знаю, как долго ты отсутствовал. Ну, за последние 3-4 недели, я думаю, ничего не завозили. Ну, единственное, может быть, античит обновили как-то потихушку. Ой, кого они обновили? Ну, видишь, этот онлайн как сильно упал. Всех забанили. А какой онлайн, кстати, он уже? Сейчас, ну, вот на выходных было 420 всего лишь. Сейчас гляну. А сейчас? Сейчас. Сейчас 496. Понятно. Ну сейчас вот все с КВ уходить будут. Сейчас же Харадобс бесплатно делать будут. Yes. Да, сейчас Харадобс бесплатно. Меньше народу, больше кислорода, что легендарий килл будем делать на нубах. Хотя у меня если только одна СП. Ну, не знаю, посмотри, зайди на YouTube, как зовут. Но сейчас кто ливает? Только топеры ливают, они типа, вау, делать здесь нечего, и уходят, и играть на Изи становится. А, Иван Иванов, привет. А, почему никто не играет с Кабрай? А что за Кабрай такое? Что это такое? Кто-нибудь знает? Ладно, Стань, давай удачного тебе стрима. И тебе тоже. Давай. Ты что там, попкорн жрешь? Нет. Сейчас будешь смотреть, как меня нагибают. Конфеты. Ага. Играть будешь, нет? Я да. Заходи. Ох ты ж. Я не знаю, какая карта. 4W. Эвок. Все понял. Волкобра. А у меня есть волкобра. Вот она. Прикольно так-то без гарантийки играть.
Марат перешел в другой клан? Марат, да, перешел. Ну, сказал, звони, если что, зовите. Скачал себе мод. Наконец-то. Красава. Что-то этот... У меня Валмут, ой, кобры не тащит. Нифига. Так, отлично. Я с ГШ лучше раздам, наверное. Ну, вон как идет. Иди. О, Марат, прикинь. Марат играет. А, ты поэтому сказал? Марат типа пришел. Да. Ага. Понял. А, сайгисты. Хулиганы, да? Ну еще какие хули. Ну, квад. По-моему, или трипл, что он постелил. Павел Бог сейчас проху забабахает. Марат. У него уже, наверное, там 13-й килл, 12-й. Ай, чуть-чуть. Зарезал. О, отлично, я не сделал круто. Не, Марат, не надо. Маратик, потише. Ух ты, блин, понаберут эти сайги. Сейчас будем крестить. А, Макс, привет. Да что, поднимайся-то уже. О, Марат быстро убивается. Ну давайте, давайте, я тут. Ходите на меня. А, где суицид? Вы? У меня суицид. Даршот минус. Ну. Обалдеть, что у нас клановая грина, что ли, закончилась? Да. А, Макс, почему у нас клановая грина не обновилась? Ну-ка давай купи. Ой, какие два хеда дал красивые. Распустились без меня тут. А что, я не играл давно? Да, как-то. Дрон, я тебя поздравляю. С отпуском от КВ. А, нет, у нас клановая грин-то куплена. Это просто у меня она не вкачана. Все, я понял. А я меня чуть-чуть не могу бросать. У тебя ни одной нету, что ли? Нет, я меня не вкачана, типа, и... У меня тоже одна СП, только вкачана. У меня... Я с одним СП играю. Вот как я смачно дам. Ел собаки, я на руку знаки. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Марат разошелся. Сейчас килькунда сделаем. Ой, ну да, конечно. Бочильник, дробь.
Заходит к вам в спину через гарм там. Да что такое? Вот косая. От 2 метров ходить не могу. У меня в этот понедельник отпуск. Сегодня первый рабочий день был. Тоже в отпуск был. Ай, е-мое. Нормально, он тебя просто с одного выстрела не носит. Ну да, у меня чё, ничего нет. Бумши. Запускай челлендж. Играть себе не успел. Уже запустил. Второй стрим играю с одним СП. И все на трансформаторах сидят. Красиво. Вот если не целится, наверное, этот кобра нормально стреляет. Как с ним не целится? Блин, дрожат, наверное, на 19-м килле. У кого? Нет, этот Марат. И он за нас перешел. Давай, давай, поднимайся. Блин. Сейчас так, на крышу, по-моему, я привык уже на упреждение стрелять. А тут не надо стрелять на упреждение. Тут все, либо лазер, либо разброс. Спасибо, Макс. Ну, Максим говорит, что взял гринку. За ангаром все. Да что тебе? Она только с пистолетом будет бегать. Оу, щит! Оу, щит! Откуда ты стреляешь? Ну что за рез вообще? Рез нуса тут его противников. Ха. Нормально, сам рассказываешь, как там. Че нового? Рассказывай. Да ничего. Куда-нибудь ездил?
Ну как, да, по делам, туда-сюда. Да нет, отдыхать. Отдыхать нет, никуда не. Так, я сейчас зайду через 10 секунд. Мне надо бежать. Один. Два. Он нам наврал. Блин, тут квад был, а я спалил. Профукал. Блин, Павел Буш своим, блин. Просто сразу мне в голову навелся, дал хайду. Там просто так можно было зажать их. Еще печенек был, да? Да я и без печенега был зажал. Блин, одна грена. Теперь зайти в игру надо, что ли? Ю, блин, хорошо. Сервер. Где этот черт? Почему он еще не в дискорде? Что у тебя за слова паразиты такие? Черт да черт. Да не, я сейчас как-то перестал вроде так говорить. Ну, просто только у меня на стриме, да? Блин, я что-то раз суицид, да, смотри, он в чат пишет, черт. Это просто уже это. Вот, вижу Мюгана. Надо сказать, черт. Зачем? Забанит. Сразу бан прилетит. Почему он не страдает? Да ладно, я же не в чат. Это он в чат. Блин, не успел перезарядиться. Ну, Марат, чё? Марат, он всегда сойдёт, блядь. У него там 315 тысяч киллов на Сайгефа. Как я его с киллова убил? Обалдеть. Ну, сейчас полезут. О, крыша, минус. Ну дайте мне минометочку, пожалуйста. Пожалуйста. Да чтоб тебе! Ну, отлично, минометочка. Можешь бы зарезать. Или девочки. А чё мы тебя? Ага, привет, Павел. Фуловый или так, куколка китайская? Куколка китайская. Ну все равно фуловый. Приятно, да? О, задел кого-то. Да кого-то. Чувачка аж супер умный. О, я даже в плюс вышел. О, у меня не самый плохой КД. Я играю с одним СП. Погнали. Ну что, народ, погнали. Че, дадим кросс-раз? Ну заходи, заходи, сейчас зарежу тебя. Ага, ну что, перевести? Блин. Нафиг сюда посмотри. Иди, иди. Проходи, не задерживайся. Режь его. Зарежу его. Режем випа. Не, зачем я его резать пошел? Лучше его просто не было. Короче, челлендж. Кто первый зарежет Павла Бора? Тому 250 гп. Оу, щет, гадем. Ты
сейчас всех подряд резать будешь, да? Мурган уже застал свою катану. Катана это что у него? А, нож-то? А я что, VIP? Я не могу понять, меня что-то бить не могут. Нет, вроде. А, Тимур, привет. Блин, 11 хп осталось. Ай, мог бы зарезать его. Блин. Блин. Вуху убил, а мог бы зарезать. Его легко, короче, распознать, он этот... Терексом бегает. Деревья тихо шепчут нам макушками, качая, и совсем внимание на нас не обращая. Прохладный теплый вечер, молчание застыл. Петух притих в сарае, горланить прекратил. Спасибо, Колян. Как раз вовремя. Да я Павлу Борис зарезал и этот киша врубили. Его зарезали. Я его зарезал. Оу, щит, гадам. Так, хорошо. А все, его меня уже зарезали? Я не знаю, я не видел. Я его только что зарезал. У меня донат был. А я не видел. В чате. Все, гляну. Блин, я его могу сейчас второй раз зарезать, но он... А, вижу, вид кнайф. Ага. Нет, я первый его зарезал. Не, ну ты сказал, кто-то любой, кроме меня. Вот, видишь, я его зарезал. Мне сразу донат прилетел. Потом ссылку на 250 гп кинешь. Хорошо. Ой, у меня же сегодня еще это, плюс гп выпало. Я думал, сейчас скажешь день рождения, блин. Плюс еще у меня... День рождения, типа. Да что, ладно. Все, Мюган, видишь, как надо резать. Опа-на. Опа-на. Так, Павел Бор уже получается. Мы вдвоем, да, закатку зарезали? Да. Че, давай еще резать. В принципе, можно еще. Камикадзе! Блин, он меня зарезал. Сейчас тебе тоже ответка придет. Не, там Мюган, ой, Марат спожишал. Спас, может быть. От позора. Ну, как же не любит, блин. Сначала вылазить, а потом уходить, а потом опять вылазить. Он в рухе, короче. Вижу. Да я вижу, я трипл сделал. О, я его чисто... еще раз зарезал. Антон, привет. Зарезать Павла Бора с одним СП. Это красиво. Не, уже другого зарезал. Но все равно зарезал. Да блин, мимо. Ой, как VIP отлетел-то. Прям. Это наша же, да, Минка? Марат, да, наш. Марат кидается. Так, они бок ангар, мне кажется. Или подъем транс. Подъем. Транс. Ага. Привет, парни. А, здорово. Хай. Илюх, я тут с одним СП Павла Бора два раза уже зарезал. Один СП? Да. У меня один СП же вкачан. Закатку уже два раза его порезал. Стримал прям вроде. Ага. Так веселее. А что ты обнулил эти умения? Да, что, я кинул, также кинул. Этот, как челлендж, одна СП у меня. А, да ты чё? Нифига ты прикольно. Ну, блин, мог бы третий раз его зарезать. Прям сняли. Ну, видно, не смешно. Передо мной, когда мы сняли. А, кто из юсков с Fallout'ом?
в смысле Fallout? С Фа имеется в виду? Марат, Марат играет. Он всегда играет с игрой Фа. Ну там 315 тысяч киллов. 315 тысяч? Да-да-да. Я не знаю, как тут можем вообще. Ну заходите, давайте уже. И сколько это у него птичек получается? 30? А? Также 31, там 999 тысяч нужно. 990. Ну, короче, 1 миллиард киллов, чтобы 32 птичка появилась. В сравнении с прошлым раундом у меня такой КД хороший. 11 на 15 сюда. Просто по обуру зарезан. И не раз. Ну или просто у нас более-менее игроки стали нормальные. Саня, это тебя кто-то это, попросил, да, так сыграть или ты сам решил? С одним СП? Нет, никто не просил, это мое личное решение. Я в честь Marshall One, как бы... Ой, какой трипл красивый. В честь чего? Кого? Marshall One, стример, знаешь же его? Нет. Не знаешь? Англоязычный Marshall One. Первый раз. Сейчас я скину ссылку на его канал. Я ж такой, это как бы по стримерам не особо тащусь. Кого знаю. Я смотрел просто как бы стрим одной игры. А, PUBG. Знаешь, какой PUBG. Или Юрий, не помню. Там, короче, как бы типа это стримерам. Зрители заказывают, что им делать, как чем убить, там, как закончить, там, ну, что-то такое, короче. Ну, из этого вознаграждение какое-то там предлагают. Сейчас я в диске здесь кину, короче. Там, если что, почитаешь. Ага, ладно. Это там у него, короче, беда. Я вот и в честь него, как Marshall One. One 1, да? Слушай, и слышал, тоже, тоже решил этот, как его, челлендж такой, с одним СП играть. Я, конечно, ну да, у него там полно, полно тысяч подписчиков. А он в этой же игре стримит? Да, КВ. Он КВ, потом на Харидопс, в последнее время так, по-моему, что-то стримы проводил. А что с ним? Короче, рак у него. И нужно операцию там по химиотерапии проводить. Химиотерапия это называется, добить там наглухо. Ну как сказать. У нас ну, на работе вот у одной... Сколько людей убили, я вижу, ужас просто. Ну, видишь, 50 на 50, либо этот, даже не ей получается, а там же от безысходности. Нет, так выход-то есть, только люди не хотят жить, видимо, они доверяются этой фигне. Как-то люди же лечатся на последней стадии. Ну, Юра тебе привет передает. А, привет, Юра, привет. Ну, у нас на работе вот после химиотерапии тоже у женщины рак был, она вроде вылечилась. Есть случаи, знаю, но они довольно редкие. Так-то в основном ну, как умирают прямо. Этот... пытаются этот использовать там последний шанс. Чё? Надежда умрет, говорит, последний. Кому-то и химиотерапию тоже не помогает по-всякому. У нас он в клане тоже один есть, который уже знает то, что ему... Ну, он год назад говорил, точнее полгода назад говорил, что ему врачи год еще оставят. Далее. Ну как, потом, говорит, уже, наверное, больше не протянет. Вот полгода еще у него, по сути. В нашем клане ник все хорошо. Сейчас не знаю, он вышел или в нашем клане. Зовут его Артур Наумов. Вот, ему тоже диагностировали. Там, говорит, что только не перепробовали. По сути, осталось полгода жить.
Да, а парню-то немного лет. Там сколько ему? Тоже 30-35 где-то так. Сейчас рак молодеет, сейчас молодежь уже дети болеют раком. Если раньше старики, то сейчас уже дети. Или что едим из магазина? Курим, пьем, блин, а что еще ждать? Жарко. Что хотели, то и получилось, блин. Марат, мазаю, пиздили. Ой, извиняюсь. Роман, привет. Спасибо. Ах ты хитрый, Павел Бор. На тебе. Я его снова зарезал. Уже третий раз зарезал с одним СП. Четвертый раз. Кстати, это прикол такой, я вот недавно узнал. Знаете, помните, такая болезнь была цинга? А, да-да. Слышал. Вот от нее там, ну там тоже люди умирали. Короче, страдали в основном моряки, потому что вот они долго плавали, там долго, ну, не могли к берегу пристать. Ну, они типа, короче, этот витамин С надо пить. Да, дефицит витамина С был, да. А рак это дефицит витамина B20, что-то такое, короче. Тоже просто никто, ну, об этом не говорят, потому что это бизнес. Фармацевтика это, ну, шикарный бизнес. А B20 это какие продукты? То есть, короче, уже трескать эти, говорят, сейчас, самое лучшее, эти орехи и абрикосы вроде бы. А, именно абрикосы, да? Угу. То есть абрикосы нужно, по сути, косточки вот эти есть, да? Да, да, да. Вот они содержат очень много этого витамина. И лимоны. Лимоны это лучше всякой хиротерапии, говорят, 10 тысяч раз лучше. Ну и мед, наверное, тоже, да? Там тоже дофига. Ну и само собой, если настоящий мед полезный, то само собой это вообще же суперпродукт. Все это, конечно, ну, люди вылечиваются, говорю, если правильно. От сладкого отказаться надо, кстати. Сладкое это как раз подкормка этих, ну, ракового грибка этого. Вот это фигня. То есть сахар, и вообще его жрать нельзя. А при раке это тем более. Вот такая фигня. Это я много где уже видел. Часто встречается. Куда они спрятались? Ну я вот в Википедию зашел, вижу B12, самую последнюю из витаминов B. А 20, B20 что-то не вижу. Не, ну я просто, может, 12 про просто точно не знаю. Так. Что-то помню, какая-то цифра. Здорово, помнишь меня? Нет, не понял. Никого на карте вообще. Че, все здесь? Да все на сервере, но никого нет. Так, может быть баг у тебя? Ты не видишь никого? Типа из-за этого. Попробуй перезайди. Или просто мне не попадаются они. Да нет, да это же все видел. Да, трансформаторы, там видел, ноги чьи-то. Сейчас пойду порежу. Привет, оп. Так, Сангинекс, Серега, сорян, братом. У меня один СП, мне все можно. Беспределен, с одной стороны. А есть там места у вас? Да, только не за нас. За нас. А, за нас есть, да. 4W, эвок. Марат за них пришел. Хулиган. Вижу. А это Эвок первый? Да, Эвок первый. А, ну, смотри, это примерный. Так, сейчас прямо. G3, ладук, лад, G3. Блин, я не знаю, как. Я понял, я этот общаюсь там в чате, написал, не знаю, как тебе правильно этот обращаться. То, что я скидывал таблицу по левелам и соответствующим СП, да, это я там, знаешь, как получается, сразу в клане был, плюс к тому же пропускал за ГПшки,
пустые контракты. Если ты там контракты выполняешь, которые не на СП, то естественно разница небольшая будет. Но ты отстаешь не сильно как-то. Думаю, у тебя все шансы к 59-му левелу все контракты выполнить. Да чтоб вас, галёный. Сколько галин мяс дали? Сюда подбиралось. Говоришь, что ли, урона нет? Да в спину они стреляют тут. Поворот. А, все, убил. Ник такой интересный. Очень интересный ник. Письмо. Паха мстит, говорит. Да было бы из-за чего? Из-за того, что порезали, что ли? Там 5 раз всего лишь полезу. Ну он так нормально нас сейчас зажал. А ну просто. Ну а теперь мы его приснули. Сейчас бы еще обижаться на тех, кто играет с одним СП. Кто там сидит на крыше? Не могу убить в голову, позасадил, а он вовь. Нас окружают. Валим, 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 валим. А, у меня пробило кончилось. Ну, к нам в клан иди, чё. У нас пробило всегда есть. И Гарину только что купили. Не, так а я чё своих-то брошу? Не, пробило-то в клане у меня есть. Я имею в виду, моя кончилась. Ну, ага. Ну, у нас тоже есть. Уже. Ну чё тут там? Подстраховали, не знаю. Как-то повеселее. У меня чуть-чуть снова Пашу не зарезал. Блин, я не вижу, куда смотреть. Не вижу. Слишком много информации. Саня, сегодня без розыгрыша, да? А, сегодня, да, без розыгрыша. Ну, тут народу мало. Ну и ладно. Один мини уже прошел. Сразу понятно, что без розыгрыша. Папа пытается зарезать. Колян, ты кинул мне? Нет, ссылку. Я еще не кидал. Я еще не выходил с сервера. А то смотри, стрим закончится. А, ты на стриме только кидаешь? Не. Ну я могу спать пойти. Ну я обычно быстро кидаю в таких случаях. Когда в клан уходит, да? Опа! Видали, випа зарезал. А это был Паша. Джекпот. Да. Изи. Ну что мне плясать пошел? Я кстати мог зарезать его только что, но я чуть не стал, но просто зажал. Марат! Вот Марата еще не резал. Надо на Марата походиться. Его сразу определить можно по шуму. Шумит слишком. Шумный. Я захожу на Б5, смотрю, Марат бегает с автоматом, а ты там с Сайгой там. Да-да-да-да-да. А что Марат бегает? Сайгой-то брать тут много. Так, ты не знаешь, как избавиться от того, чтобы урон не пропадал, сейчас урон не приходит.
Вполне возможно, это какой-то баг. Его нужно править через разработчиков, мне кажется. Либо интернет. Да. А то у многих сейчас наблюдается и что-то по типу спидхака. И фризит частенько. Это разработчики, мне кажется, должны пофиксить, а они... это не наша проблема. Это вообще-то. Мне помогает перезаход на сервер. Не с первого, ну с да, первого, либо первого. Так. Перезагружать. Просто это обломно, бывает, выйдешь и все здесь. Бывает, появляется среди игры. Выходи. Подлый трус. Где-то там. Брат. А где ты тут? Блин. Не хочу туда идти. Страшно. Да нет, разработчики не бросили, а у них отпуска сейчас. Круглый год. Да. Когда мы идем в отпуск, они начинают работать. Все остальное время они сами в отпуске. Кто не знает, кто такой Вариен? Лсот клан. Вариен. Лсот, я слышал. Клан есть такой. Не, ну я слышал тоже такой клан, что есть. Теперь это вышел Вариен. Вариен. Нет, не знаю. Я там только Шадоу знаю, все. Ну что, переименовался? Скорее всего. Тоже шустрый до безумия, блин. Он тоже ходит на лес. Ну, компьютер хороший, наверное. О, да, сам Динексу с Грина. А, клан просится. Не сам клан этот подозрительный. Да, нормально, клан был уже. Был сейчас, как не знаю. Прикольно, отпуск уже второй год идет. Он Йорк, говорит, тоже не знает, кто это. И с чем его едят. Забрил Марата. В ангаре есть. Один скромняшка. Есть. Марат минус. Ох, Маратик. Балбур, втроем зажали. На изи, да? Марат, второй выходи, уровень. Выходи, Марат. А, блин, сгорел на белую. Да, да. Я тоже этот сейчас возьму какое-нибудь другое. Буду этим. Сброшу умение, короче, ребят, сейчас на изи. Опа, на вот так. Опа, я сбросил одно СП. Теперь я стану оружейником. Давай ссылку кидай, пока. Да, этот... кидаю. Сейчас. Перекур. Перемена пока. Компьютер. Что-то ссылка не прогружается. Не знаю. Не судьба, хочешь сказать? Не знаю, может это из... Интересно, вот я сейчас должен по сути стать этим оружейником. Мне, наверное, игру перезагрузить, да? А то я смотрю, я все разведчик. Я тебя кинул. Ага, сейчас. Сейчас перезагружусь.
Секунду. Так, так, так. Захват экрана. Сейчас скрин. Так, что сделать пока. Сейчас картинку другую сделаю, чтобы не палить контуру. Так, а где у меня эти штуки? Сейчас, ребята. Вот так. Так, она у тебя неправильная. Там в самом конце не должно быть знака равно. Там должны быть символы или цифры, или буквы, что-то такое. Что-то у меня не хочет. Там несколько раз нужно, это тоже баг, он в последний месяц появился. О, наконец. Когда будешь прокачиваться под гарантийку, аналитика третьего не качай. Ну, посмотрим. Может, и не буду, может, и не буду. Я же такой непредсказуемый. Всем говоришь, этот стрим не будет, не будет, потом бац и проведешь стрим. Так, сейчас. One second. BBT Gang. Я что, к ним подписался, что ли? Сообщение у нас какое-то. Так, где-то, наверное, минуты три еще придется подождать, если что. Ты не торопишься? Меня нет. Можешь сходить пока мороженое покушать. За мороженым минут 20 придется. Ясно. Так, стреляют по барну. Блин, как это все кончилось. Илюх? В челлендже участвовать будешь? А что это такое? Ну, по типу того, что этот там. Блин, да сейчас стадия пришла, вообще ничего не слышу. Подожди-ка, что говоришь еще раз? Типа сделать шторм на Павел Бори там. Для Рейдж Кива. Ого, это я должен сделать? Да нет. Что ли? Нет. Ну, не обязательно, кто первый, типа. А, кто первый? Ну, фиг знает, ну сейчас вот доиграю. Или зарезать там. Дьявола со мной играет, блин, прям. Прям коленки попростреливало бы им. Че у тебя с коленками? Сейчас добавлю, что-то вообще плохо слышно. Колян, все чекать должно было пройти. Да, пришло. Гол на обрезок, говорит. А, блин, я же хотел КВ запустить, а я так и не спустил. Загрузить же хотел. Макс, ты этот, как его, заместитель клана, у тебя и так плюх много. Потом, когда будут это, этого промокода, может, за барского там еще что-нибудь отстегнуть. А. Так, скрин убираем. Хотят на обрезах. Чё-то поиграем. Обрезы.
Да давайте. Да чисто на обрезы? Там... Да. А можно я с болтом? Вот с болтом? В смысле? Да. Ну вы с обрезами, я с болтом. А что такое болт? Ну я так понимаю, типа общество, наверное. Ну да. Калаш, привет. А, в смысле, винтовка. Не, ну оно-то стреляет далеко, а обрез-то только в упор, нифига разница. Да, он самый хитрый. Ну с него целиться надо еще. Да что ты говоришь? Чувствовать экран надо. Ай, давай. Ой, блин, заливай, да? Давай. Вообще рели ничего нет. Колян. Ты донат получил? Да. Так что это не в ее. Будешь играть как все, понял? Ребят, давайте, кто желает вместе повеселиться, берите обрезы. Пойдем играть с одним СП. Не, ну я сбрасывать не буду. Одного СП. Ну, это я. Я с одним СП играю. Я только накопил на Валмут. Я захожу на карту Z4. А еще можете болты взять? Короче, этот челлендж такой, кто во время стрима, ой, во время этой капки с обреза прокил не получится, наверное, сделать, да ведь? Да. Ага, кто первый сделает шторм? А давай какая так. Карта? Z4. Карта. Эвок 2. Эвок 2, по-моему. Блин, я уже забыл. Так, ну сейчас будем делать что? Ща. Нет. Или да. Это Эвок 1, Эвок 2. Эвок 2. Вот я. Ну есть тут один человек на Эвок 2, Z4. Да, вот это я здесь. Эвок 2, значит. Сейчас будем Эвок делать 2. Что? Кто первый сделает шторм с Эжей. Без всяких болтовок. Мне кажется, и шторма не будет. Ну, я знаю то, что на прокил точно не хватит. Да, ну конечно. Тем более, когда конечно, двойным, двойным когда будешь стрелять. Так, ну все, я сижу, у меня большой опыт. А он что, стреляет правой и левой кнопкой, да? Или нет? Не-не-не-не. На него бы не было прицелов, если он стрелял бы меня. Единственное, можно сделать с него выстрел сразу двумя патронами. Не понял. А чё мы с ружьём бегаем? А можно кто с ружьём? А мы чё, с пистолетами? Показывать пальцы. Ишь. Только обрез. Обрез? Да. Конечно, отпиливай дуло. Нет, а подожди-ка. Блин. Ишь обрез и ишь этот ружьё, да? А, ружьё тоже можно? Да. Давайте так. Ну, всё, да. Только давайте, конечно. Нет. Ты да что, я бы вообще не сделал с обрезом. Перезайди, если чё. Ну, придётся. Я уже один килл сделал. Обрез-то он только 2 метра у него, дальность цельная. Макс советует Колян тебе УЗИ купить. УЗИ? Зачем она мне нужна? Не знаю. Макс увидел. Макс там. Прикинь, у меня осталось 2 брони, 2 единицы брони и 8 хп. Так, сейчас нам немножко понатаскаться. У нас тут стреляют из этого. С витязи. Нет. Да-да-да. Ай-яй-яй! Второй килл, да, уже. Ну там заходят те, кто не играет с ужами. На тебе бочину. Потерялся в кустах. Кто первый штормец сделает, скажете. Боюсь, что никто не сделает, по-моему. Не-не-не, у меня, знаешь. А ты двойной. Азарт. Этот двойной выстрел сделай, чтобы сразу. Мне вот лучше добивать вторым, а потом... знаешь, первый не всегда попадает. А ты сразу этот потом меняй на обрез, лишь на обрез, добивай. А, так он-то только в упор, там от него смысл. Далеко не стреляет. Ну, ешь дает такие лонки, что можно
Офигеть. Кто-то говорил, как-то прокачивались под это ружье, короче, и квады с него делали. Я делал. Перезарядка такая быстрая, что. Но сейчас его пофиксили, и теперь там перезарядка не такая. Я помню, я свой первый кат с СИЗА сделал. Ну-ну-ну, я же видел тебя. Куда ты свалил? А где она? Ты не сел вокруг гаража, не знаю. Однако, здравствуйте. Привет, однако. Здравствуйте. Однако. Ой, ё-моё, блин. Нет, 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 слишком много у вас. Добрый вечер. Вечер. Блин, ну смотри, с автоматами все, блин. Вот перезагрузил, у меня теперь две гарены. Где играете? Мы играем на Эвок 2, Z4 заканчивается. Места еще есть. Эвок 2, Z4. Но мы играем только на ежах. И кто первый штормец сделает с ижей, тому 250 гп. А чё смешного-то? А ну-ка ко мне прошли, сейчас насилку ебу. У меня же типы бегают с МДР-ка, то шторма точно не будет. Так, а ты... Можно сразу косарь обещать. А кто сказал, что будет легко? Так я говорю, это, можно ставки увеличивать. Нет, два ежа возьму, это честно будет, да? Нет, ну я взял обрез иш и этот, как его, ружье иш тоже. Как бы. Майка свой, косой. Лаг 2, тим лимейн, нейш, а чё, не хардкор? Да, я играю с одним СП, поэтому. Вот это мазохизм, честно, с одним СП. В харде это для меня будет слишком имбово. Так, да не, это нормально. Нормалин. Удивительно. Так, меня хотя бы чуть-чуть нормально слышно? Плохо? Чуть-чуть, да, нормально слышно. От одного до 10. О, второй 7. Килл есть. Осталось 8. Ух ты. Випс жом. Офигеть, у него скорострельность. Знаешь, перезарядочка на фул катина. Ну как раньше с него падали. Оу, чувак не умер. Да за нахуй. Умер. Я, кажется, услышал его. Оу! Какая скорострельность у ежа? 25? Мне кажется, не 25. Мне кажется, чуть-чуть побольше. Это ж дробовик. Чё ему? А кто сейчас тащит больше всего? Чего? Чё тащит? Мы играем, мы ничего не таскаем. Самое главное, штормец сделать первым. Привет. Кто подходит? Бля, вот дебилы нахуй. Ну ты, конечно, блин. Какие гранаты, вы что творите? Да я, блин, сидел за катушкой и... Загасило. За катушкой. Ладно, окей. Извини, бэдшутер. Блин, ночи. Ой, я вип, это шанс. Я зарезал его. Давайте лучше хардкоре на ежах, ну правда. Ну, чё давай-ка ты? Этот. Не капризуль. Давай-ка без давай-ка. Саня, я так на хардкоре. На жестком. На хардкоре просто лучше. Для меня сейчас уже как хард идет. С одним из поиграл. По-моему, хуже даже. Да. Да ну, какой хуже. Ты шо? Потому что против него сильнее. Вот это Харди там хоть 60 брони дают. Да. Броня. Это был трипл! Нет. Блин. Засчитал бы. Дебл. А так все равно. Блин, что-то вы какие-то жесткие. Одного, походу, это не я убил. Один хп, классный. Блять! Лежать.
и не вставать. Ясно. Слишком. Да, да, ребят, давайте это. Потише. Впечатлительные парни. Ой, ребят, извиняюсь, я грин кинул. Не без этот... грин? Да, без, 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 без грин, и у меня просто рефлекс на метершину. А Ерик там кидает только так. Я себя не контролирую, когда этот мат слышу. Поэтому, ребят. Ой, такой хороший ландшот залетел. Нашел повод. Все, повод не материться. Там же один из наших этого упал. К этому. Че, пускай там и будет, да? Или че? Помочь? Не-не-не, убейте его, хули он там сидит. Ну, сам дурак залез, че. Стоять. Парни, блин, на шестом килле убили. Где что-то мясо здесь происходит, какое-то мясо здесь. Все, помог я. У кого вчера? У кого вчера был рассинхрон? Я вчера не. У кого его не было? У кого его не было, спросил. У кого его не было? О, одного убил. Таких нет. Осталось 9. А, у лсодовцев не бывает такого, кстати. У них иммунитет к этому делу. Не, у них все нормально. РПД? Четко все. Топ процессов с РПД бегает. У них всегда урон на езде просто летит. Ну, это и не знакомо вообще. Это для нас смертных только мучает. Привет, Сэм. Привет, Сэм. Привет, Сэм. Здорово. Вот этот дебил заебал уже. Не ругайся, Вася. С МПХ играет, но тут я бы тоже стругал. МПХ. Это... Зато у меня КД единица. Пацан зашел в таск сделать. Эй, по одному, пожалуйста. Ну, сори, мы только толпой. Мест нету, да? Ну опять, да что это такое? И почему всегда я попадаю под эту дверь? Ху-ху. Саня, у тебя сейчас стрим? Да. Да, да. А, понятно. Ну, похоже, что это напишу. Если раньше вообще имба был, блин. Нет, а ты можешь написать мне в личку, чё? Не, не в личку, я имел в виду в чате этому долбоёбу, который с МПХом гонит. Нет, не надо. А то в бан лезешь. Зачем писать? И без стрим, и без стрима писать не надо. А что не имеете привычки ругаться, где засрать в чате, это некрасиво будет. Никому это не нравится. И опасно для аккаунта. Нет, ну да, горит, если горит, то это можно. Да, смысл-то какой, чем тебе это поможет? Да не знаю, меня успокаивает. Я спокойно нажимаю Alt F4 и все, и. Да, эти подключенные клавиши, короче. Чат вырубаешь и все. Либо просто этот. А, так нет, так эти. Не угоряешь. Сейчас так Дискорд зовут. Второй килл, второй килл. Помогите, пожалуйста. Одним выстрелом двоих. Убил. Ой, зарезал, а чё? Ну, здоров. Хотел. Спасибо. Ну, здоровье. Оп, оп. Ну, хулиган. Ух, какие. Куда где прыгать? Девятый был, да? У меня? Чувствовал. Да не. Че? Ты че? 19-й? Какое максимальное у вас было, кстати? Че максимальное? Или скилл за эту карту? Как ты меня убить через машину, да? Это просто пробивка и 4, ой, то есть. Ты уже определились, пробивка или читы? Да, точняк, где там? А ты всех в заблуждение вводишь. Непонятно, типа, с чем ты играешь. Нажигай. Блин. МПХ, БМХ. ВИП. Сейчас пора, вот я пока ВИП, нужно делать штурм. У меня 3 килл, обалдеть. Возможность. Да, сколько оставил?
Да кто там так зажал-то с бизоном на спину? Просто бу-бу-бу-бу-бу. Хулиганы. Миномётка! Бля, в упор не убил, нормально, не? А я сегодня с собой, мы из вихря в упор не убил. В голову. В прицеле. Ну, вот хитрый там, на заборе. Встал? А, ух ты. А как он встал на забор? Так нормально, там можно сидеть. Чё, реально я туда что-то залезть не могу? О, я чё-то никого вообще не трогаю. Урона нового. Да, он вообще живой там? Да что такое? Бля, как? Прямо ты? Твою ж налево! Где противники? Не могу определиться. Противник. Определиться? Где противник? Хухуху, сколько их там! Хухуху! Обалдеть. Я с пятым съезжом, нормально играет. Ты, блин, иди отсюда. Тише, обрез. Аущит, аущит, аущит! Аущит! Да блин, да чё они во всех углах? Прикиньте, я плюсь. Грибы. Я правда грибы. Три клана, я думаю, уже никто не успеет сделать что-то. Что-то у меня, короче, мазать начал. Не знаю, что. Урон не проходит. О, нифига, одним патроном. А у меня рысь. Остановитесь, дайте мне пау. Остановитесь. На девятом станке сыграл. На девятом? Да шучу. Ты ж говорил, 19 у тебя. Ты нюха, я до тебя не могу назвать. Чё, никто не... Никто не смог, что ли, штормин сделаем? Это сделать. У меня 17. Меня убили на 7 либо на 8. Чё, попытка номер 2. Также наезжать. Хардкор? Ладно, ладно. Не, хард, не хочу. Ладно. Если в харде играть, то там у меня будет больше, чем одна СП. Ну, там хотя бы скилл есть. Прохождение урона, конечно, херня, но... Какой скилл? У меня один СП. Играю в плюс. Чем тебе еще угодить-то, даже не знаю. Да не, я говорю об этом. Не об этом. О, баканчик пошел. Да, сидит там. А баканчик? Ой, какой лонгшот. Да. Чё? А, ты там был за крохами? Да. Неплохо так прилетел, да? Ага. Ну, ты простоишь вот сюда тут. Да кто собственно? Тебе тоже надо прилетело. Да, я не папа и хотел убить. А он с абаканом, он на этой самой... На вешке. Тихо. Никого, пока ладно. Блин, можно жить. Сука, ты. Да, ну так дебил, либо дебил. Без вариантов, да? Ну давай, высунь свою голову. Пипец, дамажните меня. У меня тоже есть табака, может взять табака. Ну тогда ты не автоматически этот не будешь участвовать. На 250 ДП. Зато пукан гореть не будет. Ой, сразу нормально. Ага. У меня 150 хп было. А если, слушайте, я получу 250 ГП, если я дойду до 9 и меня убьет чувак с абаканом. Да. Нет. Получится. А почему? А, это нечестно. Ну 9 киллов это не шторм. Ну это да. Насчет абакана не знаю, но. Насчет 9 киллов точно могу сказать, что нет. Блин, а сзади жмут парни. Диверсанты. Ох, блин, сейчас я напишу. И в бан так сразу, да? Геймер Макс. Не надо. Да кто, да? Кто? Некультурный человек. Он что-то я без мат. А здесь даже за слово клоун забанить могут. Тоже без мата, но бан прилетает. Да пускай банят!
флаги в руки. Я даже рад буду этому. Вот, ну, я все время, когда матерился, меня не банили никогда. Чё? Блин, ну чё за фигня вот, а? О, щит, гад. Третий килл, всё, это заявка. Заявка. На бан? На какой бан? А где они? Не, грин. Заявки на бан? По-моему, везде. Зелень, зелень. Я не успеваю перезаряжаться. На зелени. Идём зажимать. Ох ты, господи, Solar Strike. Парни, четвертый килл, это рекорд. А скажи, где ты? Сейчас перегоню. Анубис категорически отказывается играть с... Блин, похильте, блез. Тут СПшники. Помогите. Абат. Парни, попал на бабки. Что с абаком? Три хп, три хп. Надеюсь, этот чувак не смотрит. Я портаю, стой там! Я к тебе иду. Надеюсь, этот чувак не смотрит стрим. А то это уж вообще как-то по-гейски получается. Ну был пятый килл, парни, ну чё это? У меня седьмой был, меня на седьмом возьмули. Всё, парни, меня на восьмом убили, так что... Нормально. А хотя ладно, он с собаканом неправильно играет. Дабл килл. Да, на крыше сидит. Кто на крыше сидит? Кто на крыше сидит? А ну иди сюда. Блин, парни, походу я уже не успею доиграть. Господи, я сейчас чуваку выстрелил в голову. Он не умер. Правда. Это ресинхрон с головой называется. Ресинхрон с головой. Пойду-ка я отойду. Полюбас. Важные дела поливить. Че, обосрался, что? Ах, блядь, он дебил. Иш не слабо тащит при вкачанной дальности, кстати. Я вам скажу, я, короче, сколько играю с обреза, еще ни одного человека не убил. Я двоих точно убил. А я наоборот, все, вообще бесполезная убиваю. Хрень абсолютно, блин. А я наоборот только к нему убиваю, он очень скорострельный. Да-да-да. Не знаю, я никого убить не могу себе. А ты попробуй только, блин, с ним бегать. Подбешивает чувачок. Не, так с ним надо вплотную так бегать. Макросом. Ага, очередь. Тор-то-то-то-то, да, с обрезом. Блин, 5к найдется, гад, на карте. Абакана, ух ты, какая очередь. Не... Почему? Абакана, я стрелял в очередь и не убил... Не убил ни одного человека. Ой. Блин, не, это вот это... Да. Рассинхрон. Не, в этой игре нормально. Ну это рассинхрон, это да. Как меня видно, так меня не видно. Убил его, да? Все живое. И как бы нельзя. Бэдшутер, извини. Да господи, навеска. Навеска, навеска, где ты навеска? Да там у нас здесь один дуз есть. Немножко туповат. Хотят мне этот штормец. А ну-ка. Оба она. Их штачит при вкачанной точности. Так, а где вы? Тебе скажи, да покажи. Одного вижу. А, он умер. И один в поле воин. Можно убить кого-нибудь очень крутого.
Хорошо, только не меня. Я, короче, съем отсюда. Извини, про очень крутого так тут. Уже все, каяк туда. Где все? А я типа ровками двигаюсь, это нормально. Мне кажется, на крышу лезет. Да, это все нормально, все в порядке вечей. Ай-яй-яй-яй. Хардкоре с собой мы летели в 3 метрах. Норм. Ух ты. Это что ты хочешь? Ах, ё-моё ж налево. МП-5К. Навес как... О, 69-й с навесочкой. Ты шо? Не, есть такие... того. Ох ты! Не, я сейчас пойду, тоже возьму навеску и уйду эту пиздюка нахер. Ну, давай. Я бы сказал, что я возьму оба. Мне сейчас... так, ладно, меня сейчас выкинут. В итоге, с ножах только я один буду играть, да? Это понимаю. Все собаками. Походу, не дело. Я тебя подержу. Что, олох? Не люблю как аркаду. Все вроде бы... Я вроде бы... В меня вроде бы стреляют. Я вижу, что в меня стреляют. Но то, что хп красненькие... Так, то, что хп краснеют, и после этого... Чувствуешь себя некомфортно, да? Да, то, что хп краснеют, но не убавляются. Такое ощущение, что они убавляются, и тебе сейчас хана. Ты уже начинаешь рашить, ведь ты понимаешь, что ты ничего не выиграешь, и все. Дайте мне это 69-го, чтобы я его убил один раз на веске, и все. Может, 70-й пойдет? Не, 70-й не нужен, он мне не нужен, это 69-й меня убивает на веске, постоянно. Так, вы еще там же, да? Илюх, слышь, ты не котируешься. А я ж его убиваю, поэтому не котируюсь. Всем привет. Привет, Паша. Привет. Привет. А, где этот 69-й, а? Парень, я не участвую в конкурсе, я был с Урсисом. Ты будешь с Урсисом, ничего? Ты себе. Блин, я последний. Я его убил один раз на весь, все, беру Вика. Этот ежик. Ой, какой прилетел, да? Красивый. Все, я по-любому тут не смогу, у меня рассинхрон. А что это такое? Блин, своих же стреляешь. Рассинхрон? Ааа, его хз. Это суть КВ. Че думаю, свои в меня же стреляют. Мне кажется, меня спасать хотели. Ооо. Ладно, все. Ой, и навесочка есть. Все, я играю в своих дел, все, и не могу так. Да играть, чем хотите. Меня гасит этот чувак с этой штуковиной. В спину жмет, что ли? Это чем, братан, я теперь не убью на бедке. Братан, сорян, не хотел. Почему? Не попал, что ли? Попал. Пип-пип-бил! Лагает! Это все, это вспышка одна. Это вспышка. А можно без грим, пожалуйста, а? Не, ни в коем случае. Ладно, я все равно не участвую, не можно. Я уже сегодня выиграл, мне хватит. Ну, у тебя полегче было. Достаточно было только зарезать. Я понял, что это невозможно, и всё. Все, все возможно, только чтобы эти долбоящики... Не, это возможно, конечно, но я не хочу. Я в хардкоре бы с радостью сделал, но вот тут нет. В хардкоре? Тут уже вот... Так, зачем ты так со мной, а? Прости. В харде, мне кажется, наоборот, сложнее. Там не, как это дадут, легче. Дадут по ногам, все, ты там больше никого не убьешь. Это, да, но... это есть. Или это с греной. Там будешь хромать там. Самое главное.
Руки отдельно, стоишь, ноги отдельно, а сам живой еще такой. Покапываешь. Ну это да, ну. Да что за спайки? Но в харде все равно легче. Ну ты привык просто уже. Да я в Аркаде вообще не играю, у меня КД 0.40. Смотри, у нас сейчас в игре топеров нету. Все играют 50-60. А я имею в виду. У меня вообще только один СП качан только. Да я про это, про КД. В Аркаде у меня КД 0.40. Ты тоже психанул. Ты тоже психанул за навеску, да? Ну ты когда этот, наверное, против топеров заходишь. Главное, что вам это не поможет. Потому что у меня навеска не с глушителем. А с Тромиксом. Навеска с Тромиксом. Знаешь, что твоя датчика гасит? Это да, я играл, кстати. Че, может, если на болтовках хард... пойдем тогда? Да. Только если хард. Нет, мы пойдем. Кто сделает трипл с болтовки, тот получит. В аркаду пойдем. Я могу типа сделать, вы станете в ряд, я вас типа... Я без этого могу сделать. Пойдем в аркаду, но на очень большую карту, на оверпас. Че вы это... Блин, как этот, маленькие дети. Уууу, там еще что-то. Первый, кто сделает шторм на карте, получит 250 ГП. Ну, желающие да, есть? Из чего угодно. Из чего угодно, да? Ну, с болтовок, не, наверное. Я не знаю, с чего ты хочешь там. А Абакан считается болтовкой. Можешь с МП-7 играть. Абакан там вообще впадает, нет? По сути, болтовка. Не болтовка, я автомат. Ой, не болтайка, слушай. И членометы. Короче, Урсис возьмем. Там а выхлоп, можно... выхлоп считается. Что у нас? АВМ. Сейчас скажу еще что. Вот это М40А6. Может на него разное АВМ купить? И еще СВ-98. Вот, поэтому... Я сейчас пойду на перекоп, небольшую паузу. Поэтому. Все ты опять рекламируешь никотин? Я люблю, когда на снайперках играют. Нет, я хочу этот сбросить умение. Так вы можете себе это позволить? Ну да, у меня можно... один СП вкачан только. А можно взять интерес? Нет. А хотя, че? А, ну мне все равно придется потом перезагружать. Винторез можно? Винторез? Нет, нельзя. Болтовка. Это не болтовка. Болтовки берите. Ну это снайперская винтовка. Ты, Коля. Коля, Николай. Хантер считается снайперской винтовкой. По-русски говорим. Мосинку уже можно было, да? Как в анекдоте. Где там врач говорит, вам, говорит, пациент, мучное нельзя, и мясное, говорит, а пельмени можно? Ладно, пойду я на перекор. Хамось, нужен. Описание ситуации прошло успешно. Пойдемте на... Ох, какой у меня красивый скин. Маскараж. Ой, какой он красивый. Он очень красивый. Ой-ой-ой.
Тут сразу так тихо стало. Чего? Не, я играю на B5. А какая карта? Вся. B5, мне второй. Че, Overpass мы наберем, нет? Желающие есть? Аркада? Да, аркада. Первый, кто сделает шторм, 250 ГП. Желающие будут? Я не обещаю, но пойду. Я не обещаю. Overpass — это большая карта? Это очень большая карта. Что это на карта? Снайперская карта. Construction. Видимо, не хотим. И еще вот маленький вопросик. Вот ТКПД можно брать или нет? Есть же этот с первого 200, все ясно. Только снайперские. Снайперские это нет. Мы же болтовки берем. Только снайперские. Ну а это карабин. Да, только болтовки берем. Я просто этот тащу. Это даже не снайперская, это карабин. А мосинку же можно, да? А, мосинка, да. Так, я возьму. Так, вот это, наверное. Интересно, там больше. Километр есть на оверпасе? Да больше. Нет, там сейчас скажу 400, в районе 400. 350 где-то так, 350-450 метров. Давайте что ли это попробую на оверпасе, я правда. А чёрт, давай ХК. Дело в том, что я играю вообще с одним СП, ребят. Поэтому в аркаде. Если я в харде буду играть, у меня уже там и хпшек много будет, и брони много будет. И уже буду блики буду видеть. Хэм-хэм-хэм, в хардкоре урон в 1,8 раз больше, так что тебе будут с одного удара уносить. Так.
малозаметный какой-нибудь камуфляж надо выбрать. Типа березки, да? Нет, березка вообще есть, нет? Блин, я никогда их не выбирал. Это... У меня Day Night Pattern. Выбрать правильный камуфляж, это полскилла вообще, ты чё? Это DE-шный. У меня, в общем-то, 4 скина и все. DE, который, короче, за 70-й дает себе, вот я его на АВМ надену. А, это ТЦ же? У нас как-то. Не знаю, нет, по-моему, ТЦ. ТЦ-шка. Короче, если захватывать мы не будем точку, которая посередине, то карта, она по длительности 30 минут. Ух ты! Будешь мясо. А если кто-то будет это идти захватывать, значит этот быстрее шторм кто-то сделает. Московский 39G. Так, оверпас, да? Оверпас 39G. Ох, у меня сейчас будет лагать очень жестко, сильно много. Главное, не высовываться там. Главное занять правильную позицию. Все 30 минут сидеть в одном месте. Блин, мне надо было за бюро зайти, это беспонтовое. Саня, слышь, что, прикинь, я зашел в твой профиль сейчас. Ага. Смотрю, у тебя значок КВ, короче, есть. Думаю, ну нифига себе. Ну он у меня был. Ну это еще ладно, я взял, потянул, и они мне сдвинулись вправо, прикинь. Так я и говорю, они это двигаются туда-сюда, а потом у некоторых не видно этих значки. А у меня не двигаются. Да главное, я же не в своем профиле, а в твоем, блин. Я, кстати, то же самое. Я посмотрел, зачем-то статус, вот, не знаю. Прям сегодня посмотрел, хотя нет, знаю, аркадник ты или хардкорщик, ты в аркаде очень много набил. Так вот, посмотрел, у тебя вот эти штуки тоже двигались. Я сейчас, короче, влево их сдвинул, они вообще исчезли, улетели просто за рамку. Ты там смотри, мой профиль не поломай. Сейчас я тебя все попередвигаю туда. В оверпас заходи, а то местный будет потом. А если у кого-то вкачаны вот эти самые штуки для видимости снайперов, они же есть? Аналитики имеешь в виду? Так, ну, их проблема. Так да. Ты играй с ПБС. Этот, ПБС? Да, с ПБС. С глушителем. Я понял. 400 метров он не должен брать. Тут не чувствуется 400 метров. Аналитик. Аналитик. Сейчас тебе скажу. От берга до берга 300. Сейчас. Ну у меня АВМ, в принципе. Вот я замеряю. 389. Где 350, где 400 метров. По диагонали там все... Сейчас скажу. 450. Вот я сейчас выстрелил, вы услышите меня? Ничего, нет, я не слышу ничего. Нет, не слышу. Ничего не слышно. Ты выстрелил? Я даже никого не вижу. Да, я выстрелил. А знаешь, в чем прикол? Я без ПБС. Ясно. Надеюсь, тут пули не падают. Логично, да, действительно. Кто там спрятался? Где? Где? На том берегу. Где? Давайте, вылазите. По одному. Вы тоже давайте. О, где? Ну, говори. Нам можно не вылазить. Еще! Есть один. Так, где мой бинокль? Понял, что ты. О, вижу еще одного. Разведчик, да? Да. А что у меня этот один из пэтов? Зато бинока. Нихуя себе вертолет вижу. С прокачкой играешь, с прокачкой. Пошел ты нафиг. Давай, заводи вертолет. Вертолет он видит. Вертушку заводи. А я вообще никого не вижу. Я тоже никого не вижу, я, кстати, на этой карте играю, в принципе... Ты на болту коллиматор взял, что ли? А, нет. Второй раз. Не, у меня вроде... Ой, я? Блин, я взял Мосинку. Илюха? Ничего не видно. Ау. Ты с коллиматором бегаешь, что ли, на болту? Не, оптика, вот эта оптика, вот. Короче, которая по умолчанию, это первая стоит на СКСе. Я на АВМ. Тоже по умолчанию. Видимо, пора делать суицид, и это мощненько, и невозможно с ним. Ну, перезайди 30 минут. Как это длится? Можешь перезайти. Блин,
вижу где-то там. Я кинул под себя гранату, она меня не задамажила. Так ты выбеги лучше. Вы хоть там рукой махните, где вы, блин? Буду я еще сливаться им. Сейчас махну, ой, меня вынесли. Второй килл. Я махнул, меня вынесли, понимаешь? Годька, а я красивый скрин хочу вот этого чувака. Вот, теперь прицел хороший, теперь можно убивать. Погодька, сделай перезарядочку один раз. Чё, красивый скрин просто. Вообще никого не видит. Я так понимаю, меня никто не видит. А ты где? А, да. Я и сопер... Я своих тоже... А, нет, своих вижу. А вы чё? Если дракончик поставить на максималочку. Я чувствую, Гаршок первый штурм сделает. У меня 2 килла. Почему-то я тоже это чувствую. У меня 1-1. Все сорсы сыграют? Вообще все. Я тоже. Вот. Прицел хороший. Вот с АВМ. Далекий. Надо было не ломайку купить. Ну а вот что там, 10 выстрелов это всего? 600 ГП это всего лишь. Третий. Большой. Кто-нибудь сейчас, пожалуйста, встаньте на красивое место, на траву. Подсядьте на траву. Подсядьте на травку, пожалуйста. Серьезно подсели. Взрослые шутки пошли. Меня выкинуло за неактив. Ой. Вам где? Мне интересно, знаете. Так это и есть, наверное, снайперов. А ты что хотел? Это карта снайперов все сняли. Меня снайпер, как из тебя священник. Придурашить. Я тоже думаю, что пора уже это в атаку. Илюха, если что, этот. Блин, да ну нафиг. Даже не понял, откуда меня убили. Ух ты, ух ты. Меня начали замечать. Вставайте на самом видном месте, у вас никто не заметил. Где шторм сделать-то? Ну, на этой карте. Кто первый сделает шторм, тому 250 ГП. На этой карте. Карта 39G заканчивает свой пас. Еще одно место за юзку есть. Стоять! Скрыть интерфейс! Скрыть интерфейс! Все, скрыть. Скрыть интерфейс. Оу, Забиров вообще не за юзку. Скрыть. Накрыть. Прикрываем. Ой, как тут красиво. Очень красивая карта на самом деле. Я пожалуй, ее к себе на канал поставлю на это, на заставку. Здесь этот картишки поиграть даже можно. Картишки. Здесь такой смотришь прицел. Да. Параллельно играешь в карты. ПММ. Блин, кто-то хотел здесь собаканом играть. У него дальность. Вопчику-то не увидишь, блин. Все помыкались. Ой-ой-ой-ой, я понял. Как думаете, Маджикал бы смог здесь поиграть с собаканом? Мне кажется, Мизуми сейчас сделает шторм. Ну, кстати, тут на стриме. Ну, может быть. Мизуми. Ну, он там не в диске. Надо его вычислять. А кто там бегает по камню, а? Ох ты, Мизуми. Сейчас реально я что-то устрою. Ага, вот, тебя убили. Я по тебе попал. А где он? Где он в натуре? Могу сказать. Так кто мне? Не, сливать не надо. Кто меня стреляет? Ты чё меня стреляешь? Чё ты меня не стреляешь? Чё он меня стреляет? Чего меня стреляешь? Это я. Ты на вертолете? А?
Саня, там ты на вертолете? Да-да-да, на вертолете, вертолет стреляй. Я на вертолете. Не-не-не-не-не-не, я позову. Ах ты, АВМочки, нифига себе, у чувака. Крафточка моя любимая, кстати. А нет, я думал, у него флора. А, вон где вертушка. У него не флора. Я только сегодня узнал, что можно от моста влево-вправо ходить. Ничего, Мизуми. А так только в центре бегал, да? А вот я думал, это только по дороге можно бегать туда-сюда и все. Карта была. Мизуми что же сделал? Я так же думал. Че-че-че? Мизуми сделал что? Че, серьезно? В смысле? Да. Да. 10-0. Ничего себе. Вот получил минометку. Погодь-ка, он дальше сделает? Интересно. А, сделал шторм, да. Он сейчас выйдет Хава. Такой, ну все, давайте, мне бабки. Ну, если он со стрима, пусть напишет. Ну, наверняка на со стрима, потому интересно, что сюда... гарантийка работает, дотягивает до этого места? Он 11-й сделан уже. А где он сидит-то? Вот именно, это снайперы очень. Обожаю снайперов, но... Ужасно. А чего? Сидишь, крысишь? Да я раньше был снайпером. Пока не стал. Пока не далеко. Нифига, тут СВЛАС. Ух ты. Хорошо, я вот это, пожалуй, закрыл. А ну стоять. Стой, пожалуйста, на месте. Куда не уходи. У меня еще точность не вкачана. В тушу попасть не могу, блин. Так, надо попробовать выстрела. Поставить графику на. Они манекен, что ли, поставили мне? Нет, графика на максимуме не помогает. Я в челу не попасть не могу. Офигеть, вот этой графикой. Я с максимальной графикой. Я на максимум поставил, у меня было на низком. И карта прям свещ. Лучше стало видно все. Я с решетом гоняю, на низких настройках, нормально. О, убил. Энфаси, 10 патронов, что на него. Погодь, я даже видеть кого-то стал. ПТК горшок, да я тебя заскриню, да? Будет очень красиво, погодь. Стой на месте, стой, как, пожалуйста. Как я улетаю? Нет. Опа, погодь. Я этот скрин даже поправлю сейчас. Во-во-во, вот так вот. Вот так вот, и с другой стороны сейчас еще. Сейчас я бинокль достану. Блин, видел чувачок стрелял, а теперь... Я сейчас с биноклем. Бинокль видишь, нет? Нет. А что у меня? Поближе, можешь поближе на свет? На свет. Выходи на свет. Чтобы меня сняли. 30 минут, у кого-то уже фотосессия началась. Автограф, да? ТГ? Я в ВКонтакте потом скину. Хорошо. Но... Все? Нет, стоять. Да, блин. Стоять. И вот еще. Ох ты, какая краса! И вот еще. Вау, как. Вау, я какая графика. Что мы тут делаем, парни? На этой карте. Че, че сейчас сделаем? Че мы тут делаем вообще? Я... Отдыхаем, отдыхаем. На травке валяемся. Опять на травку подсел, да? Так подлёг уже, не то что подсел. Только тут провести время. Ой, кто-то палит мне. Шухер, милиция. Какая красота. Ну, вообще никого не вижу. Блин, я вижу только трассера. А, вот это стреляет сейчас. Ой, какой красивый. Вах. Ой, какой, вах. Какой, блин. Вах, какой вообще. Ладно, все, фотосессия закончилась, вот 500 рублей. Опять никого не вижу. Ниже по ссылке, пожалуйста, перекинь. Блин, да я даже если килл один сделаю, это будет уже офигенно. Только с СССР-3М тут буду. А, еще вот такой вот. А, такая вот фоточка будет. Прям вах. Опа. Опа. Кого-то зацепило. Америка, я...
Они так не думают. Опа, опа, Америка, Европа, Азия, Евразия, что с этим делать? Какая же это красивая карта. Ответка прилетела мне. И вихрь сегодня зафуловил. Пойду на тот берег. На тот берег, говорю, на ту сторону. Нас не догонят. Ой! Вас? Какой? Ля какой. Ты. Ля какой. Вот все, ты этот задачу минимум один сделал. Один килл есть, все. Можно выходить. Целый килл. Мне бы хоть половину килла сделать. Не попадешь, не попадешь, я прыгаю, не попадешь. Я, кстати, первый раз сначала то ли попал, то ли нет, меня вроде блин не прошел. Запутался. Но я попасть могу только на бабосы. Ну давай, попади, попади. Хоп, блин. Стой на месте. Бабосы все. Клим красивый получается в спэмбах. Шедевры. А, это ты, да? Идёт. Ага. Блин. Он только чуть Мису... не понял. Мисуми меня сразу вычислил. 17-0, нифига кипок-то. Мисуми, думаешь, он с читами? Не, ну все возможно. А, чё, а когда здесь можно научиться играть на этой карте? Не будем ему донатить, да? Ладно, а как скрыть у персонажа руки? Пистолетом в харде. В харде, когда обе руки переломает. А, когда это меняешь оружие, можно сделать. Надо. Ну, надо все, красивый все, скрин все хочу знаешь, себе на шапку. Знаешь. Я на шапку себе хочу красивый скрин. Надо вот сделать так вот. Притворяешься только то, что не знаешь. Шапки, видишь кого-то, нет? А почему притворяюсь, я правда не знаю. Артём Шрёхов, привет. Спасибо. Нет, остановите его. Короче, как сделать скрин? Без этого, без оружия. Делаешь удар ножом, и там есть несколько долей секунды, когда понял, на экране ничего нету. В этот момент жмешь там скрин. Ну-ка иди днях сюда, сейчас будет повтор на сессии. На днях, короче, бегаю, у меня ствол исчез, просто руки так кулаки перед собой держу, причем стреляю, даже бегаю. Согласен. Есть, кстати, баг такой очень некультурный, если сменить на английский, то весь спецсет появится, кроме УЗИ. Че появится? Весь спецсет. А, весь. Ну это визуально, наверное, только, да? В игру ты не возьмешь. Если ой, что сделаешь, почему сейчас, взять можно? Сейчас можно. Хотя да, в игру да, нельзя. Но. Так а что надо сделать, еще раз скажи? На английский, в самом начале, когда загружаешься и вводишь этот пароль, там, явки, выбираешь не русский, а английский. Это имеешь в виду? Нет, тогда в настройках просто поменять на английский и все. В настройках игры? Да. Сразу весь спецсет. Да. Угу. Надо попробовать. Ага, забагаю за совсем бам-то. Выбудет. Хотя, по сути, ты с ними играть-то не будешь. Ну да. Прикинь, так скрин выложить, да, короче, и сразу же в бан улетел. Да, если сам не будешь там постить на своей странице. Где они все? Какая же вот летёрская графика. Вот это вот. Потом, из бары, короче, вместе. Так, ладно, интерфейс надо, наконец. Стой, я даже не знаю, почему я играл с низкой графикой. Ха-ха, кто-то захватывает, прикинь. Нахалы. Есть у нас такие. 18-0, сейчас прошка, наверное, будет. Хулиган. Я сейчас пойду разберусь. Ой, то есть нет. А ты чё так кричит? Громко очень. Пиу, пиу. Вил, вил. Не, ветром сдул. Ветерок меня. Что-то сталкера напомнил.
Атмосфера такая сразу интересна. Охота. Да нет. Не охота. Я почти что-то, подошел отжимать. Что-то старое. Что это? Что-то сказал старое. Бы, что ты идешь по мосту, я бы тебя не трогал. Прикинь, я тут завис, короче, в воздухе. Хал. А который у него делал? Мезуми сейчас сделает проху. На B5, посмотрим. Да нет, вот сейчас вот сделаем. Да нет, прикиньте, это в чате спрашивают, на B5 пойдем. Артём, нормально все. Только не горшок, а горшок. Ну все, он сделал проху. И на мне, конечно же на мне. А он тебя че? Я удивлен, что не на мне. Фу, на тебе проху сделали. Фу, сейчас клан сделали. Уже аптеки с клана, да? Да. Легу сделает? Закать. Интересно, легу сделает? Да не сделает, тут 10 минут осталось. Точки не захватывай, не будет делать. Внимание! Внимание! Не убивайте меня, пожалуйста. Человек, я... видно, так мне не видно. Если ты с вами я прохожу и скриню. Надо Мисуми вычислить, где он. Надо просто заиграть их. Хам-хам-хам, если бы это... Если я подскажу, это не культурно ведь. Прокачку сменил или новый аккаунт? Артём, этот... Я сейчас играю с одним СП. Разведчиком. Так. Ладно, вот сейчас нажмем вот этого чувака, я не знаю кто. Упал. Кто убьет Мезуми с ножа? Тому... Кто получит водокачку. Все, уходи. Уходи. Это будет довольно упоротый кадр. Ты про кого? Про Мезуми с ножа. О, у меня получилось. Свои пойдут резать, да? Свои пойдут. Мне просто это... Денег нет, я обсчитал денег. Но я же видел, вон, я же трассера видел. Где он, справа, слева? Слева был, там, с камнями, там, такая раз. Чё ты врёшь, он справа. Ну это другой было, я про другого говорю. О, получилось. А почему, кстати, на нуле нельзя возродиться? Потому что нельзя быть на свете красивый такой. Кажись, кого-то увидел. Что это такое за звуки? Это нас отхватывает точку. Я играю только в Team Illumination. О, я понял, где Мисуми. Где? Он недалеко от центра получается. Правый камень сразу. Я с вихря сейчас его убью. Мы идем за тобой. 29 киллов. Сейчас тепла включу, видим. Грантинга, интересно, это помогает? Чего помогает? На... 53-й. Зажал меня. Ну ладно, сейчас я поднимусь вот так. Это просто вот так. Вот так. Гасите его, гасите. Где гасите солнце? Недалеко от центра, вон там с камушками. Вот понятно. Топ, там много камушков. Топ. Точку захватили друг друга, хвалите, да? Кто убьет Мезуми, получит 250 гп. Кто убьет Мезуми, получит косарь.
Кто забанит Мисуми, получит 250 дп. Был брат Харкор. Кто убьет? Кто на 39-м убьет Мисуми, тот получит пороже от Мисуми. Да у него какой? 30-й? 60-й. У него 30. У него 30-й уже, нифига себе. 3 минуты, кстати. 10 килов сделал. Да у меня уже раз 10-15 убил. Может, Легу сделать? Я вообще хожу с крими. Меня тут ходят, меня тут насилуют. Вот смотрите, сейчас будет жестко. Предупреждаю. Да не поможет тут Абакан. Блин, я потерял тот камень, где он сидел. Вон он голову высунул. В этой игре трава прям шикарная. Обожаю, я выходить начал, он меня быстро. Я обожаю траву. Да ты там в него горшок зажимаешь. Да-да-да, я стреляю в него. Как красиво. Слышу, бфф. Что по КД? Чтоб бошку не поднимал. Я поднимал в другом месте. Пять минут еще, да? Вот у меня точность не вкачана, поэтому фиг упадешь, короче. Надо взять Урсус точно. Не гасите меня, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ой, у меня вштырило пистолет. Камни. Он на камнях. Она его увидел наконец. Ох, какой лангшот. Да, опять он меня убил, он надоел мне уже. Это было довольно красиво. Давайте, чё, поджарь свою жопу. Погодь, погодь. Давайте. Вот тут такая как... А-а-а, снял меня. Погодь, погодь. Погодь, я... Братишек, зафоткаю сейчас. Не двигайтесь. Блин, я думал, это он. Сейчас зафоткаю братишка. Ой, братишек зафоткаю. Скрин. Я убил чувака, а это был не тот. Там есть Мисуми. Скрины вот эти красивые, надо. Бедолага, вот к успеху шел. Сорян. Случайно. Я. Хожу тут в камку, фотографирую. А у меня точности нет, я стреляю, у меня там. Действительно, точность этого улетает на левый берег. Давайте кого-нибудь Тора в хэдшот запустим на другой берег. Пехота меня контролит. Кто контролит? Дэн. Чего, оба? Я не хочу пока. 35 на 1! Вот кто-то слил. Кто его слил? Я слил. На стриме. Кто его слил? Ай, красава. Давай второй раз. Опять ролла, ветер, ролла. Кашка. Боль. На левом берегу что-то много сидит, надо их вычислять. Все, меня не гасит. У меня просто точности нет. А я вот сейчас выстрелил, я в тебя или что-то делаю. Вот я сейчас выстрелил, это в кого я сейчас попал? С кем рядом пролетел? Ну ладно, можно убивать, короче. Да. Я на большом огромном камне стою, не гасите, пожалуйста. Хорошо. Че, на B5 потом пойдем, что ли? На болтовках. Ну я... да, можно. Кто там хочет давайте, меня убить? Давайте на сайгах. Нас не, на болтовках. Сайгафа. Если меня хотели убить, то почему меня не убивали примерно полминуты? Даже больше. Так кто? КТК. Че какой-нибудь Санди. Можно к вам? Судни. Да. О, бандиты. Здорово.
Шторм! Нормально. Вася, привет. Здорово. Здорово. Братишка. Братишка. О, что, розыгрыш? Братишка, иди сюда. Что такое? Братишка! Ты где, братишка? Ты меня бьёшь, что ли? Я? А как там было сейчас? Братишка! Не, это как-то в городе было. Пехота минус. Кто меня под... Смотрю, здесь Саша стремится идти в лайк поставить. Всё как надо. Спасибо. А кто так на скалу высоко поднялся? Нифига себе. Это красиво. Этого не хватило. Луда, ё-моё. Пожалуй, надо заскринить. Пожалуй, надо заскринить этот кадр. Илюха, ты где? Мост в центре. Здравствуйте. Я пока нигде. Так. Потом. Я подумал, что ты со мной в команде, я уже штормик сделал. Чё, кто у нас шторм сделал? Я сделал. Погодь. Вот туда вот. Этот, в игре у тебя какой ник? Пожалуйста, встаньте, я хочу. В игре какой ник? У меня этот батя Штор. Ай, все. Куча красивых. Так, ребята, со своими, короче, консоль нажмите, где у вас там шторм? Кто что сделал? Да сделал? Я типа сделал это скриншот, типа, сразу экрана. Не, просто скриншотил, но... Первый шторм у нас Мисуми сделал. Он, по сути, победитель. Если он напишет в чат или в Дискорд. А что, так можно было, что ли, зайти и штормы делать? Да. Ай, не знал. Ну как, до первого шторма. А Росси утографил. Долбал, наверное. Мисуми, давай, выходи на связь. Напиши в чате на ютубе. Для начала. Че говоришь? Халовский, да? Да-да-да. О чем? Ты знаешь его? Странный очень тихий. Сегодня на 5 минут записывал. Думаешь, с читами гоняют? Там мне играл, говорили, что сам играет. Ну, очень странный. Не раз. Мы идем на B5? Да, мы пойдем. Я просто хотел призовые дать победителю. Давай, я победил. Так, Мисуми. Тебе вот, давай, выходи на связь, вот, минуту я тебе дам. В течение минуты, если не ответишь, тогда второму, кто у нас штормец сделал, я приз ему отдам. В чат хотя бы напиши на ютубе, что ты Мисуми, все дела там, выиграл. Блин, пошло, давайте. Подождем немножко. На Сагишке. Так, почем будет гонять на Орсисах? Я второй вроде шторм намутил. Вторым у нас шторм кто сделал? Кто-нибудь запомнил, нет? Второй шторм я сделал. Монстр который, да? Заварите чай. Сейчас я гляну. Так, вначале Мисуми у нас сделал шторм. А, так он сделал профил. Здесь кто-то читы подключил. Вася, походу. Не-не-не-не, я вот у нас Мисуми шторм первый сделал, да? Да. Так, дальше смотрим. Кто-то уже не отвлекается в чате. Ничего. Может. Дальше прокил он сделал. Да, вправо. Будь здоров. Будь здоров. Спасибо. На здоровье. Точно буду здоров. Так, второй шторм сделал, я вот смотрю, кортеж факов.
Ну имя. Кортеж факов у нас сделал вторым. Монстр. Посмотри у себя в консоли. У тебя штормец до кортежа оф. Или после. Ниже или выше. Так, что у нас вышло? Нет, пускай вот связь. Этот кортеж с тобой на одну карту напишет. И в чате, короче, это он. Я Мисуми. Альфа-самец. Попытка не пытка, да. Но вдруг... А чё было так высоко? Так, отписался победитель. Я Кортес, если что. Вот я тебе говорю, пусть это с тобой вместе на карту дойдет этот кортеж, как мне ник, пусть напишет, что он это с YouTube на MC Monster. А то беру останется. Ну вот, вот этот кортеж факов. Он в диске у нас был, он отошел. Отошел? Да. Ну если бы он был, то он бы зашел в чате писал, мне кажется. Тем более, если он и выиграл. So Magical, у него диагностировали рак, ему для лечения нужно ряд этих процедур с химиотерапией. Там в общей сложности ему нужно 5000 баксов собрать. Поэтому многие ребятки скидываются по возможности, если есть возможность. Рак чего? Лимфоузлов. Там вот по ссылке можешь пройти, в принципе, и в группах у некоторых там тоже есть ссылки. Сейчас я ссылочку кину, не поленюсь. Где там фотографии и эти есть медицинские доки по диагнозу. А Маршал это стримил, да? Да-да-да, стримил. Американский. Ну да, английский, американский, в чем там. Чего я вообще? Так, сейчас. Секундочку. Так, вот, кидаю ссылку на пост. И там в комментариях в самом низу есть там, доки по медицинским обследованием там почему-то, короче, то что ему там операцию рассматривали, короче, не из приятных. Кортеж факов, кто у нас? Нет, там такой дурень в комментариях пишет, что раз так. Подождите, мне кажется. Ну так, в итоге награду-то давать кому? Сейчас он придет, он близкий будет. Так я все буду. Вот он прозвучал у нас. Кто это прозвучал у нас? В диске кто-то сказал, я сейчас буду. Ну это Илюха на это накашу. Это нет, это не Илюха, это Васька сказал. Ага. Васька Василий. Блин, я говорил, что на стримах появляться угрожать не буду, а то опять победу. Сейчас, если и кортеж тоже не выйдет. Монстр, ты кортеж, получается, что ли? Ну, он говорит, что да. Пусть он стрелся на одну карту просто. Монстр, давай мы сейчас с тобой зайдем
на... На письмо. Сейчас скажу. На базу. Team Elimination, база. 9G заканчивается. Там подтверди, я пожалуйста, скинул, то, что ты монстр. Блин, что ты... Сейчас скину. Она меня не за... А, то, что это соткалка? Ага, спасибо. Да-да-да-да. Вы заходите тут сразу туда. Не а, не заходит. Подожди-ка, сейчас давай на V0. V0. Только кортеж заходит сюда. Ну, кортеж здесь. Кортеж, напиши то, что ты монстр. В чате здесь в игре. Ага. Давай спокойно. Все, нормально. Да не, пусть он не к Ютуба, ну хотя. Да он же написал то, что он монстр. Да что, ладно, лучше. Так, я теперь не... монстр в чате. Блин, все так сложно. Было бы проще, если бы ты, конечно, зашел в Дискорд. А так, видишь, нужно все равно тебе каким-то образом мне ссылку кинуть на 250 ГП. Либо через ВК, либо через Дискорд. Ладно, давайте, парни, пойду. Давай. Спокойной ночи. Че, потом на B5 пойдем? Также на болтовках? Или на ножах? БК? Хардкорь, ха-ха. На 12 человек. А ножиков можно. Можно порубиться. Чё-то не понял, у меня Adobe Premiere зачем-то открылся. Случайно нажал. Так, на ПМ их хотите, что ли? На болтовках вроде на B5 хотели. Дэн, напиши в чат, на каких стволах ты хотел поиграть. На пистолетах, на ПМах. Есть неплохой ствол. Револьвер, дробовик. Рейджинг, джадж. Можно поизразиться. На ежах, обрезах, пулевыми патронами. А мы играли уже сегодня на ежах. Да, вот это с пулевыми патронами. Который пистолет, да? А мы и то, и другое сразу взяли. У нас, получается, обрезы были и основное оружие дробаши и жесткие. На ППШ тоже можно порубиться весело. На П5 зайдешь, там один ППШ придет. Игл херачит в точку. Можно согласиться. Только тебя ждем. Вот, вижу.
у тебя вихрь фул кастом, Саша? Вихрь нет, по-моему. У меня флоу шедевр. У него майка есть на цене. Монстр, не знаю почему, выходит сообщение, то что ваша ссылка истекла. Попробую еще раз нажать. На 250 ГП пришли мы. Саш, ты сегодня со своего кармана, да? Много не болтык. Нормальная ссылочка. Я предлагаю следующую катку сыграть на B5 на определенных стволах, можно даже в хард пойти. На победителя. Давай в хардкоре на ежах. Ну, стволы любые. Ну, пистолетный, короче, хотят. С пистолета. Выберите там, какие стволы лучше. Пистолетные. Гыша, блин, он такой имбовый чересчур. Горы. Ну или Глок 17. По крайней мере, он должен быть у всех. На ПММах можно. Монстр, все, чекай. Даже могу прийти тебе. Так, Торы. USP. Да, Андрей Васильев, на хард пойдем. Я вот лично хочу револьвер-дробовик. Нет, нужно, знаете, какой пистолет? Такой, чтобы не ломался. Какие у нас пистолеты не ломаются? Глок 17, ПММ 12. Да, на них на все почти не ломайка дешманская. Душилась. А, и это кредитные имеешь в виду? Я не знаю, которые... Ну, как вот берешь их, и они сразу с неломайкой. А, ну так это, ну, ГШ 18, то есть... Они... Не. Или что, я что-то не понимаю. Давайте ПМ и ПММ можем. А, в смысле для игры что-то? Да, сейчас будет в харде у нас на 250. Ну, что, где играете? Мы сейчас в хард пойдем на пистолетах. Так, ПММ 12, либо ПМ, ребят. А, да, в хард пойдем. Давайте ПММ 12, что ли? Okay. Ребята, значит, правила такие. Какие у нас правила? По киллам. Так, у кого больше всего будет киллов? На эту первую очередь будем смотреть по результатам. Не на очки, а на киллы. Да, на убийство. Минометки можно, грены нельзя. Так, нормально? Да, что за карта? Подожди, я просто, чтобы всем сразу правила были ясны. Если у нас появится два человека, у которых одинаковое количество киллов по убийству, выигрывает тот, у кого больше очков. Вроде все понятно, да? Ножи нельзя, только пистолеты. Или ножи можно? Не, КД там сложная система. Не, давай этот ножи нельзя. Давай. Потому что там только с ножами будут этот резать.
Короче, ребят, вот еще раз повторяю всем. ПММ 12. Грена нельзя. Минки можно, сонар можно. Если у вас закончились патроны, просто, не знаю, бегите и этот, умирайте. Гранаты, помогите, помогите! Да, гранаты нельзя. Ну, можете сами себя убить суицидом. Ну, так, чтобы никого не задел. Здрасте! Привет, Марат. Ну, как дела у вас? Нормально, Марат. Мы сейчас пойдем в хард на пистолетах ПММ. А чего ты меня не позвал? Я как дурак гоняю против вас там, блядь. Куда тебя позвать? На Явочке, блядь. Я один как дурак гоняю. Смотри, ты там, блядь. Ты с нами вроде бы играл, да, со всеми. Кто стрим включен? Ты же подписался на стрим. У тебя звоночек должен быть. Короче, Марат, смотри, мы сейчас пойдем все на хард. Сайгу фа брать нельзя. ПММ, там только на пистолеты мы будем в харде. ПММ 12. А у меня это, блядь, это дом кончился. Я так как нужен. Нам в хардкоре донат не нужен. Мы в харде будем, в харде. Только пистолет. О, ПММ. В хардкоре я вообще не играю. Ну, тогда не заходи. Тогда просто слушай. Я вообще-то. Я уже спать собрался. Я вон с Пашкой гонял, блядь. Я Пашку там 5 раз порезал. Я сегодня играл с одним СП. Одним СП? Один СП у меня только вкачан. В снайпере, да? Ну, я за сегодня и в разведчике, и в оружейнике тоже вкачивал один СП. И так и сяк пробовал. А чё, и как лучше? Ну, лучше, по-моему, в оружейнике. Да, там плюс 10 урона идет. ПМ, ребят, вот смотри, Артем Стрелков, мы сейчас на определенных стволах, и именно ПММ 12. Давай, пока, Марат. Спокойной ночи, если что, заходи. ПМ нельзя, ПММ 12 можно. Все, ребятки. Что-то назовем карту уже. Пойдем на B5. Deadmatch, режим hard. Так, mid 2 есть. Mid 2? Так, да. Может, в харде mid 2, ХК. Я mid 2 не вижу. B5, mid 2, ХК заканчивается. А, да. Ну там пинг 112. Пойдем что ли туда? Или на московский? Отдайте. Так хоть больше. Точки там, кибочки, мочки убирайте. Да, кто с решизом играет, точки убирайте. Пинг отстой, ну у всех пинг такой. Все сейчас будут с пингом таким. Ребят, еще раз повторяю, играем только с этих стволов. Если кто-то играет с других, то сразу. То сразу Акси, этот исключается. Из розыгрыша. Что за долбоёб? А, граната? Граната не здесь. На он, да. Зафиксируй, пожалуйста, у себя, ладно? Кого минус? Или мне самому? А я сейчас листочек достану. Не один фиг. Я один фиг не участвую. Так. Из ГТЕ минус. Кто там с Грина еще кинул? Не помнишь? АКС-34 с... не с ПММом. Последнего сета с этим. Акс 34 минус. Ребята, грину нельзя. Сонар можно? Грину можно, да? Сонар можно.
Минку можно. Ой, миномет, да, миномет можно. Блин, нельзя. Понял. Все по-честному. Минку заработал, можешь использовать. Блин, у меня 3 патрона было. Пока. Все. Иди умирай. У меня 5. Или горину себе под ноги. Только так, чтобы никого не задело. Акси 34 спасли часа. Скиллово уже 15. Скиллово уже 15 навил. Это я уже. Нифига ты скилловый. 62 с гринами. Чего? У меня кривотичка. Я не знаю, я теперь что-то хуярю, хуярю. Так, что там 62-й? С гринами. Ну да, он-то да, он ганг, и ганг, с кедром играет. Ну, еще. Делать, ганг. На него снима, не... Парень, зачем? Не обращайте на него внимания. Два раза ножом он полетел, я мой. Блин, ганг. Я тоже ножом замахнулся. Сейчас это был этот. Хулиганистый, который. Так, пац у нас минус. Ну, что такое? Минус 63-й, да, и блин. 63-й почему? Потому что он с разными пистолетами плюс гранаты играет. Так, ну который АКС-34, да, я зафиксировал. АКС-34 зафиксировал. ЕСАУЛ тоже, что ли, кортеж? Или ты только АКС-34 имеешь, да? Ой, блин, он такой тупой в натуре. Обменялись что-то. Хилайни, да? Чего? Дэн догоняет. Да он меня два раза ножом зарезал, ё-моё. Ножом нельзя. Ну, он меня два раза зарезал, когда на перезарядке. Так бы у меня было бы фраза больше, если бы он бы честно выиграл. Значит, ему минус 2 кило, да? Получается так. Кикать не надо, но минус 2. Угу. Чего нахуй, сука, с этой игрой, бля, не так? Не знаю, Вася. Вася, чит, ё-моё. Я у тебя 3 раза попал, но тебе похуй, чит. Заебись просто. Нормально. А здесь пинг и большой. Ого! Блин, погнал. Сука. Да сам нарвался, а пошел к нему и в лапы. А я лапу сломали. ФСКН. Блин. Бля, что за плохое соединение нахуй? Трипл. Красава.
Трипл не засчитывается. Почему? Шучу, шучу. Я скриншот сделал, могу скинуть, если что. Че, минки никто не заработал, что? Не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй! Так я его не убил. Все, минус. Все, ФСКН нельзя. Банки. Минус один фраг есть. Это кто? ФСКН. Он с чем играет? Он гранатой. А, с гриной? Все понял. Блин, нельзя. Расслабляться не стоит. О, два их замочил. Обалдеть. Молодец. Да, случайно. О, как? 4, стопудово. Да ладно, что ты. А я потяни тебя выйдем. Да высушу тоже. Куда убежал? Бля, шестата нахуй. Это уже это, что-то нервный срыв какой-то, да? О, я сонар заработал. Он, блин, он меня бесит. Убивает чисто пришла только, пришла два. Только лепа. Так, ну видно, так меня не видно. Я не понимаю, что с этой хуйней нет. Тут шок с сломанной ногой, я тоже сломанной ногой был. Бля, чё за... Чё так прикольно на ПМах, да? Да вообще прикольный бест. Я его не оценивал, он в хардкоре оказывается нормально так. Кто это там с ГШ? Я тоже не с ГШ. Один с ГШ спереди, другой сзади с кольта, блин. Вот же. Бля, опять. Последним патрончиком. Стой, стой, у меня перезарядка, пацаны. Во, всё. Чё, сминки никто? Никто никого сминки не смог. Я чё, выиграл, что ли? Ё-моё, да ну нафиг. Я выиграл. Так, смотрим, чё у нас по киллам. Я. Так, Дэниел 43, с киловой 51. Ну, чё, Йо? С головой. Поздравляю. Давай, кидай ссылку на 250. Угу. Сейчас. Бонус надо выйти. Да, Карась, я сбросил умение. Вкачал разведчика. Плюс 3 мобильности основного оружия. Ничего, так попробуй. Нормально. Вчера рулетку крутил, ГП бонус выбивал и спишку купил. Подумал, нафига мне СП, да? Делать некуда. Ты как мне, в диски мне... кинешь ссылку? Сейчас я скину и этот выбью бета бонус. Можно? Да. Мы в принципе можем сейчас просто пойти поиграть еще раз в хард, также на ПМах, только уже не на розыгрыше. Давай на торг. Давай также на ПМах, только на карте с нормальным бомбом. А торы? Торы есть? Тора нет. А, нету. А что есть?
ПММ. Падает, все уже. Также ПММ 12. Да. Понравилось. Че, Ромашка, через сколько ждать? Как ГП бонус выйдет? Мне еще пойти. А, ну ладно, я, мы пойдем поиграем еще в карте. Че, туда же пойдем в ХК Ми-2 или Нобу забьем московского поменьше пингли. А вот КВ есть, ребят. Московский КВ заканчивается. Б5. Сейчас тоже зайду в эту помойку. Ребят, сейчас играем без розыгрыша. Просто ПММ 12. Да ну, Мак, нет. Это я потерял попытку в первый инвестор. У тебя сейчас больше ГПшек уйдет на попытки. Что там за карта? А также B5, КВ заканчивается, дедматч, хард режим. Так, пистолеты ПММ 12. Ссылка у меня включилась. Парни, ладно, пока я... Давай, Лёх, давай. Спасибо, что пришел. Давай. Пожалуйста. Поддержал. Все, увидим. Так, вот я, в ЛС. Саша, ну, скорт в ЛС. Все, понял, все. 79, да, рублей? 250 ГП. Ну, как раз пробить кружечка. Все нормально. Будет. Не зря покрутил, зато березку на этот Маусис. Красиво, кстати, смотрится. Березка на Оксисе? Да. Было 700 тысяч кредитов, стало 1 380 000. Вот, шучу, 980 тысяч. Ну все, должно прийти. Чек навить, да? Баланс. Все, пришло. Спасибо. Тебе спасибо. А здесь уже мест нет, да? Артем 20-21, это карась? Да, ё-моё. Пизда, раска ебаная хуйня, нахуй. Пойду выкину этот компьютер, да. Да ну нахер, я тебе попал хоть или нет? Да, наверное. Но не точно. На ножи тут. Корясь просто тоже хотел зайти. Не успел, видимо. Тут пошли ножи. Мне контракт надо, говорит. Не молоки. Пойдемте на. Мы этот. Не, сейчас пистолеты в харде доиграем, потом, если что, на ножах пойдем. Крайнюю катку на стриме. Я так и так хотел на ножах. Чуть-чутка поиграть. Блин, чего же это так идет? Вчера я спишку выбил, я прилетят. Сейчас это, выиграл. Вот пруха, да? Не, ну как бы, своими силами. Да, счастливчик. Да. Победитель по жизни, да? Ну, надо победить. Помню купить. Ну, типа
теперь голова болеть будет. Что купить, как потратить? Так, в клан что, в клан кидай? Там не 147 остатков. Хотя подожди, плюс. Игорь Николаевич, тебе спасибо скажет. А, там только 200. Потратить 147 остатков. Попытки. Вот такая так, ее выбить, потерять, а потом взять, лучше без бита бонуса. Хо-хо, как точно попал. Что тут псыкаешь? Не псыкай. Ну, спину как хорошо убивать. Я с Торсом бегаю. Так, не видно, так не видно. Я минку заработал, ты прикинь, я топ-1. Опа-на, ловите. О, в натуре я топ-1. А прикиньте, в харде в верхней строчке есть этот, ты какое место, короче, занимаешь? Да. У меня вот номер один решетка стоит. Решетка такая, сейчас. Да? Да-да-да, решетка, я не замечал раньше. Влад, я не знаю, в харде нормально, в аркаде я с одним из поиграю. Опа, на, нежданчик. Куда, куда? Бля, из тебя кроме того, как со свиньи, бля, её не убил, бля. В этой игре посидеть можно, да? Как она работает? Чистая хуйня какая-то. Золотые слова. Умные вещи говоришь. Блин, я такой медведь не стал. Га, ты как долбишь. А тебе что, блин, точка что ли есть? Нет. Нет. А что, видно? Да, вообще прям. А у меня же этот Мактас, поэтому стреляю, экран, да? кучно стреляю, там куда попадает. Не, я даже сейчас без Макроса играл. А что, ну ты вообще молодец. Я с Макросом. А я как дебил тыкал. Ну, у тебя скилл. Любишь потыкать, молодой еще. Вот это у тебя ФПС на 5300. А, да, кстати, ФПС нормальный. У меня 100 или как. Ну, московский, потому что. При чем тут ФПС? Типа и московский. Да хрен знает, что ты хотел сказать. Я ему хана понял. Так меня видно, а так меня не видно. Опа. Тихо. Что за на? Да серьезно, блядь, телек попадаю в голову нахуй, у меня отсюда 3 метра, блядь. Куда остальные дел? Да никуда не дел. В запасе лежит.
меня челлендж, играю с одним СП. Второй стрим подряд. В следующий раз на разрушитель. Мне там, там 2 СП. Я до этого еще не дорос. 2 СП это слишком скиллово будет. Хардкорщики меня не поймут. Че, ребят, умножать сыграем еще? А до меня прикинь, только дошло, что я без тиктока могу оказываться более-менее играть. На ножах сыграем еще? Может попробовать. Угу. Ластовый раунд? Че-че-че? Ластовый раунд? Последний? Да, крайний. Выиграешь опять? Тебе жирно не будет? Другим дай выиграть. Не, ножах я... Перед 7 кило хлеба. Красавчик. Так, что у нас самое мобильное? PM96. PM89. Блок самый мобильный. Ага, ага. Спишкой? Да забирай, чем вон у меня. Заходишь в профиль себе, там забираешь сколько надо. Принтскрин делаешь. Да, принтскрин делаешь и все. Хорошо, спасибо. Так, стоп. Тут. Точность резали? Да не знаю. Куда идем? Ребят, сейчас пойдем режим Team Elimination Ever 2. Хардкор? Нет, аркаду пойдем. Может не аркаду? На аркаду. На аркаду пойдем, Ever 2. Ever 2? Угу. 17 заканчивается. Московский. В этот раз ты выдать. Грины нельзя, минки нельзя, только на жерби. Какой эвак? Эвак 2. 17? 917 последний. Только на жерби. Блин. Я думал, а хардкор пойти. Кстати, надо поставить этот. Правую кнопку мыши на удар ножом. Усиливание ухи. Удар ножом, правая кнопка. Ебой, батя, здание. Все, работает. Правую кнопку поставил. Че, где вот он третий? Да вот я здесь смотрю, как они дерутся на ножах. Очень интересно. Давай перед грежем лучше. Блин, ну Animal King вроде нож катальный, да? Наверное, да. Кирилл, ты если слышишь, отпиши, качественный нож или нет. Можешь прямо в чате написать. Подошел, отдаю шорку, ему пофиг. Ага. Ну так, 3 метра меня убил, но нормально. Я? Да. Ну, на стриме вроде все нормально было. Ну, не, ну это же как бы, это что, не знаешь? Понятно, короче, у меня опять лагает. Почти дабл. Почти не считается, если чё. Блин, бать, я тебя 2 раза шортнул, ты шо, прикалываешься, что ли? Так, я двигаюсь. Опять. Хо, дабл килл.
тебя это что, из-за пинга напомнил? Круто, вот я тогда, ты видел, может быть, Саш, я был от него далеко, да? Наверное. Я вообще далеко, но он как-то меня залез. Сонарчик уже. Если играть на ножиках, то надо качать снайпера. Там плюс 10 Артём, мобильности. Спокойной ночи. Что это за... Ой, блин, от зашла и все испортил, вот серьезно. А он умер, кстати. Он умер? Убил его, говорит, он умер, кстати. Нормально. Ой, блин. Что за мной бегаешь? Вася, блин. Ты в натуре, Вася. Да знаешь, типа, я шел себе такой. Я шел тебе пофигу. Почему? Предатор. Сори, пошли. Бля, дай-ка я его побрасываю и боту пидораса, и все нормально будет. Ай, горшка отклонул. Вижу. Да, блядь, опять этот пиздобол. Вот черт так. У вас там тоже этот опасный чел. Корона. У вас с короной там дядька мощный. Давали бы тебе такую, Саша, возможно, мы. Выделяли бы тебе бы карту Йомы, на которую пароль мог ставить. Для стримеров, да? Хорошо и, было. И чтобы у меня 10 000 кп было. Не-не-не, чтобы просто ты на кто со стрима давал пароль и все. Нет, это раньше у Кибы на стримах был этот босса. Да, врубал. Я видел, что там у него было. Босса врубал, там то ли 10 000 кп у него было, то ли. 10 000, там что-то барани также. Ага. Типа то убьет, короче. Но там все контракты можно выполнить. Пока в босс играешь. Кто его убивает, приз получает, да? Да-да-да. Блин, убивают все, а кто-то один просто мог его добить и все. Что за обидно, да? А там не поймешь, это после какого удара. Как его выстрел, он умрет. Ну, конечно, с печенега бы быстро он лег, если в голову чисто стрелять. Бля, я, короче, беру, короче, другой слой его и бот вот пиздюка, он мне уже заебал. На... Пойдем на B5 тогда, что ли? Ну дай-ка я немножко их отпищу. Ой, блин. Сейчас они отвечают. Иди пойдем? Сюда. Пойдем на B5. Валим, валим. Пошли, пошли так. Там B5, да? Угу. Что на конце? Сейчас. Г3. Поменьше людей надо было. А, ну здесь как бы 6 человек, в принципе. Ну я тоже ластовую катку и байду. У меня уже пол третьего. Ну и я тоже. Сейчас доигрываю вот это и все. Нова. Айрвоха. Немалки. Так, я захожу. Там немножко их распиздят, чего они съебались. Так, какая карта? B5? G3 заканчивается. Захожу. Да кто стреляет, дурак? Эй, зачем? Чисто по приколу. Thank you.
А, это розыгрыш? Да нет, чтобы он этот нажал. То я уж думал идти в Витязя качать. А, чё нахуй? 4-4 на нож. Спины не бежали. Да не, я ж по ним первым попал. Ай, всё, он мне капец. А нет. Оба! А да, я только залезу. Нормально, я не могу... Ну да, нахуй, бля, кто рядом со мной подпрыгнул? Наверное, ты малой, да? А? Это ты рядом, типа, со мной прыгнул? Ага. А, не, у меня урона нет, так что назад. Ну блин, пожалуйста, спасибо. Я первый раз развернулся, шоркнул. Неубиваемый в спину. На нахуй. На нахуй. Опа, это дядь Саша. А, нет, это не дядь Саша, это отдай. Да чё? Отдай, отдай. Чё за на... Блядь, вот пидорасно. Нож какой-то ватный у меня. Беспонтовый. Хуёвый. Да вы чё, прикалываетесь? Это кто там, блин? Блин, мы с Кортезом стоим, всех режем. Игра таки момент, говорит. Стоять, стоять. Стоять, меня не резать. О, как я тебя убил? Я же тебе не попал. Дабл. Ну, это, короче, там все три в одном. Там аим, ха, и нож на чит. Йо, чит на нож. Нет, а кто стреляет, я не пойму. Вроде бы я не вид. Саня, у тебя есть такой чит, который ножом кидается? Чит? Так, бам. Читер? Бол. Так надо читера запустить вместе с ним. Или у тебя такой функции в чите нету? Ладно, хоть не стреляют. Ножи не стреляют? Нет, эти. Ты чё, реально не маркер, что ли? Левый, левый. Погодь, дети вырвали, да? Слази. О, нормально, слез, я его в полёте шёркнул. Влад, мы всю крайнюю катку на сегодня играем. Так, конечно, спасибо. Алло, алло, алло. Чё, реально маркер, что ли? У кого? У тебя. У меня? Да, я с Макрисом играю. Карты же второй раз в прыжке. Капец. Ай-яй-яй-яй. Я поставил это... Ну как, не Макрис, я поставил удар ножом на правую кнопку, да. Кнопку мыши. А зачем? У меня на букве А стоит удобно. А я прогрессор. Мне как-то удобнее этот. А у меня на мышке сразу. Вот я на мышку поставил. Как бы на правую кнопку. Но это в настройках игры. Скажи, Карс. G3. Но здесь места уже нет, по-моему. B5 на ножах. А есть одно место есть. G3. Я пришел. Спокойной ночи вам. А, спокойной ночи, давай. Спокойной ночи. Приходи еще. Саша, ты не рискуешь, что ты с карты там деньги снимаешь, вот кому-то даешь? Роман, давай, пожалуйста, не во время стрима такие вещи. Говорим. Просто вот ты тогда вот так закидываешь, там они себе пустят. Рома. Да, не во время стрима, ладно? Договорились? Окей. Я объясню тебе потом, но только не на стриме. Эх, Саня, Саня. Чуть не понял. Теперь я в минус ушел. А, отлично. 1 СП.
меня на 17 минут. Ничего могу сказать. 17 это круто. Я даже не видел, что он что-то сделал. А, это кто? Ага, что это такое? Один. Так, один. Что такое? Ниндзя-килл будем делать. Ниндзя-килл! Оп. Дыщ, дыщ. Он вот опять штагнит за бабу. Все, валим, валим, валим. Опять я его завалил. Пацан к успеху шел, не дошел. Не протянул я, не повезло бы. Оба! Мне нравится, пацанов шоркаю, а им пофигу. Против карася. Круто, да, резался, шпак. А в итоге зарезал того, кто вообще на контейнере стоял. О, блин, по тебе урон хорошо с ножа идет. Вот пацана в спину резанул, ему пофигу. Скажи карты еще. Ну, в ножу-то, ой, в спину-то. Все, наверное, хорошо. Скажи карту еще раз, пожалуйста. Г3. Но мест нет сейчас. Блин, кто там свет? Да у нас тут, да, Г3, Б5. Но мест нет и 2 минуты осталось. Я потом все на сегодня, завтра на работу. Так, ребята, не ссорьтесь. А кто ссорится? Аутоиммунные. Да бегают друг друга режут. Хотел обоих почикать. Не получилось. Решился огромный. О, карасик. Карасик. А, мне такой большой там был. Кто забедет? Слушай, шаги. Стоять. Стоять в спину. Стоять в спину. Секунд 17. Кто последний сдохнет? Восемь, семь, шесть, пять. Че, я последний? Ну, большой тай. Эш. Так, я все на сегодня, ребят. Что, Саша? Я все на сегодня. Ну, спасибо всем, кто составил сегодня компанию, участвовал в розыгрыше. Всем до новых встреч, всем пока, ребят.